Доброго времени суток, дорогие друзья и подписчики. Сегодня я записываю дополнение к своему видео, кавер-версии на песню Металлики «Четыре всадника». И непосредственно разбор своей же партии. Сделал я заготовку в виде табулатуры. Сначала я играл в темпе 105, потом 210. Такой вот кусочек. В оригинале, точнее в табулатуре, в других там пишут, что темп 204. Но я посчитал, начало, по крайней мере, у меня 210. Ну и так округлил. Тот же Master of Puppets тоже играется примерно в этом же темпе. Суть видео в том, чтобы показать, как записывать какие-то быстрые вещи, даунстрок тот же, не в замедленном действии, а потом ускорять, как тот же Master of Puppets, а вот одним дублем, непрерывно, плюс-минус ровно, долю в долю, каждую ноту, четко, чтобы все звучало. Да, люди 80-х, для них тогда казалось... Темп 200 это скоростная музыка, быстрая. Там спид метал игрался в темпе 160-190. Сейчас уже люди эволюционируют. Они играют быстрее. Все музыканты. Так, если дело пойдет, может в будущем музыка станет еще более прогрессивней, сложней, тяжелей и техничней. И как бы люди развиваются, и физиология развивается. В общем, вполне возможно, что мы сможем более точные играть ноты, более короткие, быстрые, сложнее. То есть предела совершенства нету, я считаю. Рассмотрим мою партию. Писал я под барабаны медийные. Через плагин MT Power Drum Kit 2. Ну, в народе ее называют Манда. Ну, даже не в народе, она так называют. Гитару я записывал. У меня гитара 4S, опущенная на тон в стандартный ре, поэтому я ее запичкал. Шумоподавитель, грелка, усилитель, кабинет. Прослушаем, как это все звучит примерно. Ну, можете видеть это в основном видео. Моя партия в один дубль, вот, повторяется, ничего не склеено, ничего не равнялось, ничего не обрезалось, вот, вся партия как есть. Покажу, как я укладываю триоли в долю, то есть это даже не восьмые, как Master of Puppets, а это восьмые триоли. Включаю диайник, слушаем. Можно тут даже, чтобы транзиенты были видны. Вот они все, три ноты четко видно. Можно сделать скорость поменьше. Прослушаем. Ну, тут будет ре строй, чуть ниже звучать. В общем, так я и записываю свою музыку, свои партии. В один дубль, в один клик.
Можно, конечно, подровнять что-то еще, но так, я считаю, более аутентично, более трушно. Можно вот эти паузы вырезать. Ну, факт в том, что все возможно, если просто потренироваться, посидеть, поиграть. И все можно достичь. На этом все. Спасибо за внимание. Счастья, здоровья. Занимайтесь музыкой и слушайте хорошую музыку.